карту мира лучше не глядите. Там все так мелко, ничего не разобрать. Откройте крупным планом Крым и поищите места, где лучше летом отдыхать. Алушта, Ялта или Евпатория — давно известные курортные края. Но есть гораздо лучше территория. Это Феодосия моя. А в Феодосии бурлит веселый прибой. А в Феодосии народ гуляет гурьбой. А в Феодосии девчонки просто зашибись. Эй, Феодосия, гуляй и веселись. Бурлит веселый прибой. Народ гуляет гурьбой. Девчонки, просто зашибись. Эй, Феодосия, гуляй и веселись. Феодосийцы — замечательные люди. Есть у меня один приятель, он на Войково живет. Он все удобства предоставит вам на блюде. И даже денег очень много не возьмет. Зайдите на гостиный двор, там все вам рады. Ведь вы для них роднее мамы и жены. И даже если вам ничего не надо, вы без покупок не уйдете, ни-ни-ни. А в Феодосии бурлит веселый прибой. А в Феодосии народ гуляет гурьбой. А в Феодосии девчонки, просто зашибись. Эй, Феодосия, гуляй и веселись. А в Феодосии, а в Феодосии, а в Феодосии, эй, Феодосия, гуляй и веселись. На набережной ночью загляденье, народу столько, негде яблок упасть. И музыканты поднимают настроение, и с шаурмою с голодухи не пропасть. А если вы экстрима захотите, не пейте водку, не курите никотин. Вы лучше с другом ночью посетите район волшебный с названием карантин. А в Феодосии бурлит веселый прибой. А в Феодосии народ гуляет гурьбой. А в Феодосии девчонки, просто зашибись. Эй, Феодосия, гуляй и веселись. А в Феодосии веселый прибой. А в Феодосии народ гуляет гурьбой. А в Феодосии дела, ну просто зашибись. Эй, Феодосия, гуляй и веселись.
жажду.